Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство LG K52. И сейчас я покажу вам, как на этом замечательном устройстве заблокировать номер. Итак, вначале вам нужно открыть приложение «Вызовы» и выбрать пункт «Набор номера». Это важно. Затем, в правом верхнем углу, когда вы находитесь в наборе номера, нажимаем на троеточие. Здесь нажимаем «Настройки вызовов». Затем нажимаем «Блокировка и отклонение вызовов». И выбираем «Блокировка номера». Здесь нажимаем «Плюс». И выбираем, кого будем блокировать. Кого-то из контактов, кого-то из последних вызовов, либо же новый номер. Ну и я, например, напишу новый номер. Здесь напишу какой-то непонятный номерок. И, собственно, нажимаю «Заблокировать». Все, номер заблокирован. Для того, чтобы его потом разблокировать, нужно сначала будет нажать на картинку. Ой, боже мой, смотрите. Вот. Потом нажимаем «Блокировка номера», нажимаем на этот номер и нажимаем, видите, он заблокирован. Типа нажимаете еще раз «Заблокировать», это значит, что вы его просто отредактировали и нажали на «Заблокировать». Если же вы нажмете на картинку, нажимаете «Убрать» просто и все. Если же у вас здесь будет не один номер, а несколько, давайте продемонстрирую это, потому что должен это вам показать, нажимаете на корзину и вы выбираете, какой из номеров удалить, например, этот. И нажимайте «Убрать, убрать». Вот и все, друзья. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!